Победитель конкурса обновления 1.5.14 стал Top Music Channel. Поздравим победителя с призом в 600 алмазов и бесплатной рекламой канала. А чтобы и тебе выиграть, достаточно поделиться этим видео, подписаться на мой канал, поставить лайк и написать комментарий. Любой. С победителем я свяжусь в комментариях лично. Мур, привет, друг, это Зверько. Да, я помню, что нужно сделать обзор на Иви, но безумие перекрывает планы. Давай для начала посмотрим на изменения в обновлении 1.5.16. За 17 сезон мы получим циклопа, малыш-зомби. Нет, это не из аниме. Это традиционная китайская нежить, дзянчи. Их особенность мифологии в том, что они настолько твердые, что не могут сгибать конечности и тело, поэтому передвигаются прыжками с вытянутыми для подвижности руками. 23 сентября. Изменения в магазине фрагментов. Редкие скины уберут. Грок-хранитель могил. Кимми – паровой исследователь. Аргус – темный дракон. Москов – командир змеиный глаз. Кимми – биологический рубеж. Лейла – девочка-зайчик. Аврора – червонная королева. Добавят. Гетаткача – могучий хранитель. Ланслот – рыцарь в маске, Грок – ледяной голем, Акай – алый самурай, Циклоп – спаситель глубин, Карина – черная жемчужина, Роджер – Анубис. Как говорится, успевай покупай. Магазин героев за фрагменты уберут Линга, Люнакс, Валира, Наталью, Хушру, Москова. Добавят Пополя, Сильвану, Грейнджера, Диги, Лилию и Хелкарта. Теперь ты сможешь рассчитать свои силы на покупку того или иного героя. Теперь минутка спонсора нашего видео. Используй мои ссылки в описании под видео, чтобы скачать Raid себе на смартфон или ПК. Мне нравятся соревновательные игры, но этот год внес свои коррективы ковидом, и я не всегда могу отправиться на турнир или запустить мой ПК. И вот тут-то как раз подходит Raid Shadow Legends. Здесь я могу утолить жажду сражений. Просто присоединись, отыграй несколько битв, и ты уже не сможешь оторваться. Ежедневно миллионы игроков соревнуются в турнирах, участвуют в событиях и выходят в лидеры турнирных таблиц, получая за это крутые бонусы. Игра бесплатна как на мобильном устройстве, так и на ПК. Так что ты сможешь играть в любом месте и в любое время. Самое крутое в Raid – это битва с клановым боссом. Тут ты можешь сражаться вместе со своими товарищами, с главным боссом и выбивать крутые артефакты. Кроме того, Raid только что выпустил огромное обновление. В нем были перенастроены и сбалансированы более 20 разных чемпионов, чтобы сделать битвы на PvP-арене еще более напряженными. А если и этого недостаточно, то уже совсем скоро будет открыта новая локация – Кузница. Так что теперь ты сможешь сэкономить время и сразу же начать создавать высококачественные артефакты. Так чего же ты ждешь? Прямо сейчас переходи в описание под видео и качай Raid только по моим ссылкам. Каждый новый игрок сможет получить 100 тысяч серебряных монет, 50 рубинов и 10 загадочных осколков, а также крутого чемпиона секача в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет доступен только в следующие 30 дней. Изменения героев. Броуди. Атрибуты. Прирост скорости был 2%, будет 3%. Первый навык. Перезарядку уменьшили с 5 до 4 секунд. Базовый урон подняли. Был 200-550, будет 250-625. Бонус физической атаки повысили со 130% до 150%. Ульта. Срезали время перезарядки. Было 28-22 секунды, будет 24-18 секунд. Не знаю, как ты, но поскольку я мало играю на убийцах, то жду не Бенедетту, а Броуди. Но даже по Бене нет новостей с официальной датой выхода. Похоже, ее придерживают к ноябрю. Реворкнутый клиент. Как бы гордо это ни звучало. Пассивка. Увеличили бонус физической атаки со 120% до 140%. Первый навык. Перезарядка была 8 секунд, а будет от 8 до 5 секунд. Время будет уменьшаться с уровнем. Бонус физической атаки вырос с 40% до 60%. Затраты маны уменьшены, было 80-130, будет 80-105. Второй навык. Увеличили силу замедления, было 60%, будет целых 80%. Ульта. Апнули базовый урон, был 250-350, будет 280-380. Продолжаем со стрелками. Мия. Чуть апнули старт игры. Атрибуты. Физатака была 105, будет 115. Ульта. Сократили перезарядку. Было 38-30 секунд, будет 38-26 секунд. Продолжительность ульты теперь 2 секунды на всех уровнях. Ранее росла с 1,2 секунды до 2 секунд. Будет интересно поиграть за Мию после обновления Next, лично мне. Сабер. А вот тут немного нерфа.
Первый навык – срезали урон с пронзанием. Это когда клинки летят к саберу и наносят урон цели. Было 208, 273, будет 192, 252. Зилонг. Ульта. Неплохо добавили время действия. Было 6 секунд, будет 7,5 секунд. Эйдора. Да, та самая, которая в протест обстригла себе волосы. Тоже мне Самсон. Кто не понял отсылки, милости прошу в Google. Ульта. Каст ульты по цели с суперпроводником. Провоцирует облако. Поясняю, если к нам кто-то сейчас присоединился. Дамаг облака делится на две части, по основной цели и рядом стоящими. Базовый урон по первой цели повысили. Было 400-700, будет 440-770. Урон же по соседним целям понизили. Было 400-700, будет 360-630. Наш тигрил с молотком-колотушкой. Немного нерфанули первый навык, поскольку он теперь может наносить урон несколько раз. Первый навык. Базовый урон был 300-475, будет 270-420. Бонус физической атаки также уменьшен с 80% до 70%. Чонг подвергся нерфу по перезарядке, о чем многие просили. Первый навык. КД было 5,5-4 секунды, будет 7-5,5 секунд. Далее написано, что нерф второго навыка, но это опечатка. На самом деле третий навык. КД было 10-6-8,5 секунды, будет 12-10,5 секунд. Ульта. Теперь КД уменьшается с уровнем с 85-65 секунд, а ранее было везде 65 секунд. Мейнер Чонга, а как вы хотели, маны нет. Поэтому будут выравнивать его эффективность либо по урону, либо по перезарядке. Атлас. Не знаю, за что его так, но все еще накидывают нерфы. Пассивка. Уменьшили физическую защиту. Была 45-80, будет 25-60. Второй навык. Перезарядка была увеличена. Было 12,8 секунд, будет 15-10 секунд. Вейл. Продолжают колдовать с его перезарядкой. Второй навык. КД уменьшалось с уровнем с 9 до 7,5 секунд, будет 8,5 секунд на всех уровнях. Чане. Первый навык. Уменьшили урон. Было 340-540, будет 300-500. Сильвана. Второй навык. Немного уменьшили маг-бонус для последовательных атак с 50% до 45%. Уранус. Добавили времени перезарядки ульты. Было 36-28, будет 42-36 секунд. Серьезно так подняли. Дальше идут баг-фиксы. Эсмеральда. Разработчики все воюют с избыточным щитом, но когда его чинят, ломается что-то другое. Нам обещают опять починить. Баданг. Поправили появление препятствия второго навыка и подработали область действия ульты согласно индикатору. Селена. Исправили баг, когда второй навык не мог преодолеть некоторые препятствия. Да, я помню, что говорил это в прошлой обнове, но они сами это пишут опять. Видимо, это очень важно. Линк. Исправили визуальные эффекты ульты. Попали Купа. Исправили баг, когда в некоторых случаях волка нельзя было воскресить. Франко. Исправили некорректное время контроля в некоторых случаях. Кстати, о Франко. Напиши в комментариях, сделает ли мне гайд, как хукать на Франко, чтобы попадать. А Гатоту в очередной раз настраивают камеру в ульте. В предметах апнули книгу «Зачарованный талисман». Он будет восстанавливать 15% маны каждые 10 секунд вместо 12%. Уже традиционно изменение поля боя в обновлении Next, которое наступит совсем скоро. Бонус за уничтожение башен немного подняли. Внутренняя башня. С 80 до 100 голды каждому в команде. Башня базы. Со 120 до 150 голды. Также каждому в команде. Уменьшили призовой бонус для команды, убившей вражеского эффективного героя, на 25%. Честно, я фиг знает, как одним словом описать героя врага, который вырвался по фрагам и фарму. Скилловик, напиши в комментариях, как ты предлагаешь его называть. На базе немного расширили область эффекта восстановления. Подкрутили интеллект крипов, чтобы они легче агрились на героя. Добавили эффектов в HD-графику карты Имперское святилище, по типу раздвигается трава, качаются деревья, полет птички и многое другое по мелочи. В общем и целом, куча мелких доработок. Миньоны и крипы. Первое. Увеличили скорость передвижения миньонов в поздней игре. Второе. Каменному цветку, который дед упорно называет собакой почему-то, убрали восстановление маны, но добавили еще плюс 25% золота. На мой взгляд, восстановление маны востребований. Фармиться можно на чем угодно.
Новости по матчмейкингу, то есть подбору. Результаты подбора зависят от количества онлайн-игроков, что очевидно, на мой взгляд. Чем больше онлайн, тем точнее результат. Скоростной режим подбора будет доступен, когда подбор займет слишком много времени. Эта функция будет доступна после обновления. А на этом все. Ждем обновления на следующей неделе. Доигрываем сезон и берем мифа топ 100 мира, да? Подписывайся на канал, жми лайк и в колокольчик. И участвуй в конкурсе. Удачи, друг!